Возлюбленные о Господе, братья и сестры, Христос воскресе! Я сердечно поздравляю всех вас с Пасхой Господней, со светлым Христовым воскресением. Сегодня радуемся мы, что Господь вновь даровал нам счастье войти в эти светозарные дни, которые Церковь называет праздником праздников и торжеством из торжеств. Сегодня мы переживаем пасхальную радость, радость о том, что смерти нет, что жизнь человека имеет высший смысл и продолжается вечность. Именно на Пасху мы яснее всего понимаем, что Господь всегда с нами, несмотря на все наши падения, грехи, скорби и немощи. Его рука протянута к нам, и Он ждет только одного, чтобы мы обратились к Нему и решились за Ним последовать. Сегодня Россия переживает один из самых трудных этапов своей истории. Военные действия, какими бы причинами они ни были вызваны, это огромная трагедия и беда. Разрушение, гибель людей, потеря близких. За каждым богослужением клирики Михайловского первого благочиния молятся о сохранении нашего Отечества, его защитников, о всех на поле брани убиенных и о всех безвинно убиенных, наших братьях и сестрах, о том, чтобы Господь исцелил неисцеленные раны и угасил междоусобную брань. Не теряем надежды на то, что милостивый Господь услышал наши молитвы. В свою очередь и мы будем стараться в нашей христианской жизни, чтобы внимательное отношение к своей душе и поступкам, молитва и участие в таинствах Церкви сочетались с делами любви и милосердия. В эти светлые дни мы неустанно будем восклицать «Христос воскресе!» Ведь воскресение Христово на протяжении многих веков дарит всем христианам неугасимый свет веры. Он наполняет глубиной и смыслом нашу жизнь, вселяет в сердца людей любовь к ближнему и стремление к милосердию. От души желаю всем мира, счастья, здоровья, светлой сердечной радости, утешения и укрепления. Пусть наша жизнь всегда будет озарена светом воскресшего Христа Спасителя. Ты не оставит нас Господь своим заступлением, своей всесильной помощью и сподобит вечной Пасхи. Христос воскресе! Воистину воскресе Христос!